Всем привет, мои хорошие, с вами Дэвик. Продолжаем играть в замечательную игрушку под названием «Ходячие мертвецы», второй сезон. И мы с вами наконец-таки можем лицезреть этот чудный домик, который так мило украсили. Вы посмотрите, просто гирлянды, эти огоньки, они повсюду. Это так классно. И такая атмосфера просто няшная. Я не могу, серьезно, ребят. Это так радует, особенно вот детишек наших. Надеюсь, Клементинка тоже порадуется. Так, я напоминаю, что в предыдущей серии мы с вами встретили нашего старого друга Кенни. Да, ребят, наконец-таки, ну как, наконец-таки, я уже знала, что мы его встретим, просто не знала, когда. Но, тем не менее. Отлично, нашли диск, и, надеюсь, мы сейчас его поставим. И Вику за авторские права не забанят. Да, хорошо. Вот хлопанье, отлично. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Обеденный стол. Ой, какая чудесная медленная мелодия у нас здесь. Хорошо, давайте сходим. Скишоп. Это мы сейчас находимся... А, туда нельзя, хорошо. В горнолыжном домике. То есть здесь очень много еды. И еще осталось в основном бобы. С похожим изображением на эту девочку. Клементинка. But the king tells the servant to just step in his tracks. Mark my footsteps, scoot my pace. Thou in them boldly, thou shalt find the... А у нее есть голос, слушайте. Here, Sarah, you take this and string them up over there. Давайте поможем. You knew Kenny before. It must be incredible to see him again. О, да, безусловно. Well, когда я его встретила, он сейчас совершенно другой. Хорошо. Давайте спросим, как вы познакомились. В запертом ресторане? Не в том случае, что 400 дней было. Perfect. My family didn't celebrate Christmas, but I still love the decorations. Очень интересная Сарита, вот, она мне индианку напоминает, точнее, с Индии, потому что индианка это чуть-чуть другое. Ну, ладно. Так, что это у нас? Уточка! Утя, как поживаешь, как твои дела, как тебе здесь сидится? Боже мой, Домина просто очень красивый. Lone Pine Winter Park Trail Map. Хорошо, больше мы посмотреть не можем, но, блин, и окна такие здоровые. Давай с тобой погреемся, что скажешь? Прелесть. Хоть улыбнулась, хоть это ее порадовало. Да, ребятки, на улице у нас скоро будет зима, как мы двигаемся все ближе и ближе к северу, кажется, да? Туда же мы с вами идем. Вот, и вау. Блин, жаль, сюда нельзя. А, у нас здесь стол. Хорошо, ну давай пробуем его обойти. Посмотрим еще, что мы здесь можем сделать на первом этаже, а затем уже отправимся на второй. Так, какие-то открыточки. Ну, как-то мало-мало нам места дают, чтобы мы пошли, все разведали. К сожалению, мало. Очень-очень милая такая обстановочка. Ну реально, посмотрите, она очень похожа на эту девчушку с лохвостиками. А ты еще не стриглась же у нас, да? Спустя сколько месяцев? Больше 18, по-моему, уже, да? Или 16? Не помню уже точно. Ой, так. Так, в туалет мы сходить с вами не можем. Ну, в принципе, Клема не хочет, и поэтому... Что ж, давайте двинемся с вами на второй этаж и глянем, может, нужна ли кому-нибудь наша маленькая помощь. Да. Они все вешают и вешают, вешают и вешают. Так, а что у нас здесь?
такой мрачный видок за окном. Да. А, ну там больше ничего у нас нет. Хорошо, давайте тогда поднимемся на второй этажик. О, можем с вами быстрее идти. Такая тяп-тяп-тяп-тяп-тяп-тяп. Господи, как это мило. Что такое? It's been a week, man. We gotta be out of the woods. We can't be sure. They might be tracking us. Tracking? А, за нами Шкарвера эти следят. Йоу. Клем, Люк said you saw some people in the valley. People? Way down there. Давайте скажем правду. Что, либо фонари... Нет, давайте, кто-то следовал за нами. Потому что фонарики сами по себе не ходят. How do you know? How does she know? We have to assume they're back there. Блин, вы что, мне не верите? Мы с вами в одной лодке, как говорится, да? But we're safe here for tonight, right? Ну, это верно. Clementine, you talked to that man Walter, right? What did he say? You didn't tell him anything about us, did you? Так, о чем мы с ним говорили? Ну, в принципе, мы ничего такого жизненно важного не сказали. Мы говорили о Кенни. Ну, это так и есть. Look, I don't care what that man said. We're staying here tonight. Just talk to the rest of them. They trust you. See what you can find out. I'm gonna go find Luke. Ах, вот как. I don't feel so good. Beck, what's wrong? I just need something to drink. You got it. I'll be right back. Уйди, боже мой. Отлично, мы имеем возможность поговорить с Ребеккой. Давайте это сделаем. Are you okay? Just got a little dizzy. I can't even take care of myself. How am I supposed to raise a child? Так, не огорчайся, ты это сделаешь. How can anyone now? Да, вспоминается сразу история Кристы, у которой все-таки, может быть, случился выкидыш, потому что ребенка нет. И очень печально. Это будет нелегко. It's not gonna be easy. Ну, это правда, ну, прости. I know it's gonna be hard. But at the same time, I already feel a little less lonely. Because I know that no matter what happens, I'll get to meet someone new. Это очень страшно. Какая мерзость! Давайте попробуем, почему бы и нет. О, это так мило. She's gonna be a runner. О, да, бегуней быть в этом мире. Да. Это ей понадобится. It's not his. Что? Что? Подожди, он нет не. Вот что? Как ты могла? Ах ты ж. Ладно. Откуда тебе. Ну, раз уж она тебе говорит, значит, она знает, откуда он. Чей? Who's is it then? Давай, колись. Блин, мне интересно. Alvin finds out, he'll kill me. Ой. I don't know what to do. Если он тебя любит, он поможет и просит. Не могу поверить, что я прошу у маленькой девочки совета. Ну, поверь. Я ничего не скажу. I wouldn't say anything. There's my man. You all right, baby? I'm fine, you big dope. Ты большой дурали. Thanks for staying with her, Clem. Да, без проблем, без проблем. Can you ask that Walter guy when we're gonna eat? Да, конечно. I love you, silly bear. Глюпенький мишка. I hate it when you call me that. I know, but I mean it. Ну, если они любят друг друга, это очень даже хорошо, понимаете? Так, ага. То есть у нас есть выбор, да? Мы не можем взять все. Ну, давайте возьмем ангелочка, потому что наша новая подруга... подожди, а что туда ангелочка? А нельзя? Ну, блин. А давайте еще вот это, может, повесим, я не знаю. Нет, ладно. Давайте возьмем ангелочка и повесим его на верхушечку, потому что наша подруга, может быть, так хотела бы, и это было бы ей приятно, я не знаю. Да блин, ну ты что, издеваешься? Как она вообще держится? She looks so cool. Капец.
Такая тоненькая рыжечка. Wait until you meet Matthew. He's a real character. Где Мэтью? Where is Matthew? Oh, he likes to go on long walks. He and Walter used to vacation here. He should be back soon. Ладно. Хотя меня скрывают смутные сомнения. I wanted to ask you. Does Kenny seem different to you? Да господи, мы его только встретили. Ты понимаешь это? И нам как-то непонятно с первого раза понять, каким он стал. Так, я не обратила внимания. Ну реально, ну... Я еще не поняла. Ты уж прости меня. Хорошо, мы тебе обязательно скажем. Замечательно. Ой, наконец-то у него есть любовь. Ты чё такой грубый? Да чересчур прям. Well, everyone, dinner is served. Come on, let's eat. Может, всё-таки изменился немножко. Он такой грубоватый. Хоть и джентльмен, но грубоватый. Так, смотрите. Как мы с вами рассядемся? Как, понятно, конечно же. Одна группа кучкуется в одной стране, другая в другой. Печально как-то. Хорошо, не кается. Блин, да не говорите же этот дурацкий выбор обратно. Дойдите вы. Фак. Ребята, куда подсели вы? Пишите мне в комментарии. Мне интересно, что будет, если я подсяду сюда. Ну, поскольку мы с вами, конечно же, больше доверяем нашей вот этой группе. Но поскольку мы встретили Кенни недавно, я думаю, стоит пойти Кенни и поболтать с ним немножко. Ну, прости, Лёк, прости. Я давно не видела нашего друга старого. You trust him? Люку, да, Люку мы доверяем. Sarita, we don't know these folks. Да подожди, я уже и тебя не знаю. Люк хороший парень. They seem nice. Он реально хороший парень. He's a good guy. Would you trust him with your life? I think so. Чё ты такие задаешь вопросы каверзные, блин, а? That guy, Big Al, he said they were on the run. People are after them. Well, you don't have to worry about that no more. Вот только не говорите, что нам придется бежать отсюда вскоре. Ой, спасибо, боже мой. Она останется по-любому, и посмотрите на его вот эту улыбку. Я не могу. Он прям как, знаете, знаешь, старый дядечка, который нас воспитывал как дочь собственную родную. Итак. Ну, блин, хорошо, спасибо. Thank you. Of course. This is like a dream. Damn it, I am so happy right now. I can't even tell you. Эй, давайте мы вместе, может, сядем. Блин. О, Люк идет к нам. Так, я надеюсь, вы будете хорошо общаться между собой. Вы что, так посели-то один к одному? Второй к другой? Что-то задумали какое-то. Hey. Такой, а, привет, чувак. Hope you like the food. Ну, oh, it's, да. It's great. Thank you. Что-нибудь покушать, да, это вообще ням-ням. Not too great on the way out, though, I tell you. Персики, бобы хорошо утоляют голод, но не очень хороши на обратном пути. Кто еще, блин? Люк и Ник. You guys sure do look like a match. What's that supposed to mean? I'm just saying you look like good friends, that's all. Совершенно нет. So, what was your plan here? Hold out for the winter? Actually, we were thinking of moving on. Somewhere up north. Нет, не надо устроить духоти. Хотя у вас есть лыжи, это круто. Wellington? The hell is that? A place. What kind of place? A good one, Einstein. Yeah, Krista and I were going there.
Supposed to be a big camp up near Michigan. Michigan? You got a hearing problem, kid? Yeah, Michigan. Think about it. Да, тихо. Ну, подружите с Кенни, ну, он же нормальный парень. Listen, Vanilla Ice. I don't know what your deal is, but you're more than welcome to take off in the morning. That'd be just fine by me. What's the deal with these guys, Clem? Hey, fuck you, buddy. Да ну, вы чё, вы затрали, блин. Not staying. She's staying. Please, don't fight. Gentlemen, please, there's no need for this. Now look, we've all had a long day. Please eat. Как-то, блин, серьёзно, чё, ещё подцапайтесь, блин. Как кошки. О боже мой. Duck? Who's Duck? Блин. Duck was his son. Блин, ну зачем ты вспомнил? Ой, печалька. Hey, Hanukkah, would you lend me a hand outside for a moment? Кенни, не огорчайся. Ой, кошмар какой. Вот и как бы в дружественной такой обстановке все равно найдется же время, чтобы побыть буками-бяками и, как я не знаю, как собаки какие-то подцапаться друг с другом. Ну почему нельзя по-человечески? Все-таки мы в одной лодке. И, блин, от этого никуда не деться. I'm sorry about that. You know, I used to be a teacher. And mm-hmm. I remember what it's like to be caught in the middle of two cliques. I suspect they'll find common ground soon enough. Надеюсь. It may take a little time, but that's just how these things work. Everything will be fine. Самая такая фраза. Relationships are like any... Так, понятно, хорошо. Ничего уже не будет хорошо. Вот именно. Да. Everything will not be fine. Do you really think everyone can just get along? Это не так просто, с одной стороны. They say the world is over, but I'll tell you a secret. It's not. People are more political now than they ever were before. In the end, we can't change the world. All we can do is continue to learn from each other, to empathize and use our heads. All war is a symptom of man's failure as a thinking animal. Steinbeck, have you read him? Он прав, слушайте. Well, we have plenty of time. Его фразе была доля правды. My partner Matthew is amassing quite the literature collection. I think you'll like him. In any case, the point is, as long as we have our wits about us, we can always make the right choice. Right? Right. Right. Верно. Блин, что ты меня... What's the matter, Clementine? Is there something you want to tell me? Ну, что кто-то нас преследует, я не знаю, знает ли он. Но... You can talk to me, Clem. Мы беспокоимся за Мэтью, потому что мне кажется, что это был фейл Ника, и... I'm worried about your friend. I think that... Don't worry. Matthew will be back soon. Если бы. Everything will be fine. But I think... Hey, kids, what are you two talking about? Oh, politics. The hell? Мэтью, кажется, Ник убил. Man, I know one advantage of living in the apocalypse is not dealing with. Очень хочется верить, что это был не он. I was just gonna check the windows round back before this storm hits. Give us a hand? Sure. Блин, просто так ничего не бывает, и в этой игре только будет ужас, грусть, печаль. Miss? Да. Опа. Здрасте. А мы вас знаем. С первого сезона. Please. Do you have any food? С последнего особого эпизода. 400 дней. Бонни вроде бы и зовут. Of course. Why don't you come in, Miss Bonnie. Walt, I don't know. You just gonna let her in like that? It's fine, Kenny. Он добродушный. You don't know this girl. Mm-hmm. Then we'll have to get to know her, right, Clem? Walt. How much damage can this poor woman do? Check her for weapons. Yeah. Но все-таки безопасность у нас, really, знаете, на первом месте. I'll bring something out to you then. You don't have to do that. No, it's fine. What about your people?
We've got plenty. You stay put. I'll be right back. Очень добродушный человек. Этот друг Кенни. Ну, вроде бы у нее так ничего нет. Little girl like you. Да? How old are you, sweetie? О, 11 нашей маленькой. I would have thought older than that. Но нас таки воспринимают как старше, как полноценного сформировавшегося Here you are, miss. Персонажа. Ни хрена себе! Don't mention it. I don't know how to thank you. Just help someone else down the line. Thank you so much. Боже мой, такой добрячок. You stay safe. You too. Ну, блин, я бы ее впустила, но... inside and get to bed. Walt and I gotta talk for a second. Короче, между ними сейчас будет терка, это понятно. Ну, пускай тоже незнакомую женщину, это тоже нехорошо. Господи. Люк! Чё ты там меня пугаешь, а? Что такое? Что случилось? Такой типа апс. Listen, I gotta tell you something. That guy on the bridge was Walter's friend. Оп, ну, как я и думала. Пипец, блин. See, I knew something was off, so I asked Sarita about their friend. What are we gonna do? I don't know. Сказать правду, наверное. Knows yet, so we have to keep this quiet. I mean, who knows what the hell he'd do if he found out. We should tell him. Все-таки. He's gonna ask who did it, and you're gonna tell him. It's the right thing to do. It's right to get Nick killed because that's what's gonna happen. Now, do you you still have that knife? Because if it was Matthews and Walter sees it, he's gonna put two and two together. It's with the other weapons. Okay, well, go get rid of it. I'll find Walter and run interference. Oh, and keep an eye out for Nick. I'm right here. What's up? Господи, а ты откуда появился, ты, привидение мое? There's nothing. I just wanted to check and see if you're okay. You coming to tuck me in? We have to tell you something. Мы должны ему сказать это. No, just go back to bed, Nick. I'm serious. You guys can talk to me. Мне, конечно, очень жаль ему говорить. Посмотрите, он такой милашка здесь смотрится. Он, конечно же, и очень расстроен из-за гибели всего его дяди, но предостеречь его, все-таки показать, я бы это сделала. Все-таки дать ему понять, что он сделал, чтобы это был его такой жизненный урок, и он никогда этого не повторил. Так тише. Хромотерица. Blow it. It's over. I have to tell him, Luke. What? No, you can't. Hey, Nick, you cannot do that. Помните, в первом сезоне у нас тоже такая билиберда была с Беном. Он тоже спрашивал нашего совета, не сказать или не сказать Кенни, что ты по моей вине вот случилось так-то так. И мы все-таки отговорили его, и все равно это как бы ничем хорошим для Бена не увенчалось. Он погиб случайным образом, да, ну, как всегда это бывает в апокалипсисе у нас, да, и вот обратно такая ситуация, но уже Ник хочет напролом пойти и рассказать ему о случившемся. Олтеру, кажется, его так зовут, да? А Люк что-то вообще против. Я не смогу с этим жить. Он по-любому, рано или поздно, уже, потому что мы знаем по Беновой истории, он по-любому расскажет, поэтому иначе рискованно. Я должен, не смогу. Это вы, подожди, вот это вот иначе рискованно, это как вообще сюда приплести? Live with that on me. Okay, I hear you, but I mean, fuck, man, you know what he's gonna do? Either way is risky. Exactly. Jesus. А, так мы Люка поддержали. Блин. Look, Clem, just go do that thing, all right? Я думала, мы как бы отвечаем Нику. Ладно, в любом случае, нам сейчас надо быстренько забрать нож. Давай, давай, давай. Господи, и чё? It's gone. И чё? Он знает? Он кажется таким стрёмным, как будто сейчас накинется, как зомбак, и загрызёт нас. Всё.
Все. Это жопа, ребят. Господи. Уолтер. Уолтер? Господи, я боюсь тебя. Мне кажется, ты сейчас будешь как гроза Марии. Пиздец. Ну, пиздец, ребят. Gave it to Matthew when all this started. Боже мой. I know he's dead. Боже мой. Who did it? Was it that kid? What's his name? Nick? Heard him talking. Господи, ну прости его. Блин, Уолтер. Не надо. I could see it. Да ты не мог. Не надо. I could see it on his face. Блин. Wasn't sure then. But now... Блин, я скажу правду, я просто скрывать ее нет причин. Господи, положи нож, ну пожалуйста. Господи, мы как на допросе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, выкури сигаретку, иди, побей его, обматери. И все. Or is he just like everyone else? Не надо, не надо, ну не здесь, он глупенький еще, он хороший. He is. He's a good guy, Walter. Это просто была случайность, он хотел нас защитить, ну пожалуйста, ну поверь нам, ну не надо, это пожалуйста. I told him something like this would happen. Блин. He wouldn't listen. No, Matt always knew best. What's going on? Это, блин, знаете, вот как я что-то хочу взять, у меня есть свое мнение какое-то, а Илья мне внушает, вот Вика, так будет лучше, так будет лучше. Ну, в принципе, как каждый человек это делает, и в итоге вот да, все-таки, что говорит Илья, оно, в принципе, почти всегда получается так, как это бы случилось в лучшем образе. Но у каждого есть свое мнение, да? Господи, боже мой, что-то Вика заговаривается. Правду! Ты же хотел! Скажи, что это было случайно! Ёлки-палки! Он сейчас нас зарежет. Блин. Он сейчас расплачется. Потом убьет нас. Он пытался нас защитить. О боже. Ну, пожалуйста. Ну, ты... You know what you've done to me. Do you have any idea? Блин, так херово, что он узнал. I'm so sorry, Walter. О, правильно, извиняйся. Господи, ну не калечь на него. Ну, пожалуйста. Он случайно. Так а нож зачем выкидать? Господи. Ого, ого. Понесло так, ага, смотри. Прям как его чувство. О, господи, да, и все тут выперлись. Все идет не так, как надо. Смотрите, реально сейчас какая-то полетит. О, боже мой. Ну да, чтобы отбиваться от зомбей. А ты как думала, моя хорошая? Господи, да вырубите вы его и все. И спадки. А что это такое? А это что такое? Господи, боже мой. Блин, ну... Отлично. О, господи. Хорошо. Люк с Кенни побежали. Остались здесь самые умные. Девочка, ты можешь с чем угодно справиться, я вижу, да? Ой, ты золотце мое хорошее. И как мы здесь разберемся? Это у нас... Что издеваешься? Это единственный выбор? Ну ладно, хорошо. Как скажешь. Давай, подсветим. А, и все. А, подожди, у нас есть ключик. Давайте возьмем ключик.
все и нажму. А, вот да, повернемся. Думаю, это кнопочка. Вот так вот. Вырубили, хорошо. А теперь бегом в дом. Жива! Ну блин. Не стойте здесь как укопанные. Ходячие вон идут. Да ладно. Ну идут вон, давайте быстро в дом. Ну да, быстрее. Руки в ноги, ноги в руки. И бежать! Какого хрена стоять и думать, господи, боже мой, они на нас идут, что делать, что делать? Отлично, сохранялка. О, господи, боже мой, так. Да блин, почему плечо? Все, все, отлично, побежали дальше. Так, надеюсь, нам хватит патронов, а то у нас как-то их не очень-то и много. Господи, сколько же их. Здесь уже, конечно, немножко по-другому целится. Вот, уже надо... Блин, да куда ж? Ты что, издеваешься? У нас все захавают. И чё? О, боже мой, у нас нет патронов! Блин! Кто? Кто? О, господи, спасибо тебе, мой хороший. Пшел вон, пшел вон. Они как-то выстрелили, стоят и палят на них. Так, давай, моя хорошая, давай дёру. Да ч, давай убегай, ну блин, давай. О. Класс. Ну ты молодец. Вместо того, чтобы давать дёру, ты вот решила взять себе оружие. Хорошо, молодец. Ого! Да, дача моя хорошая, она такая. Так, отлично. Мы возьмем ножик. С ножиком мы уже лучше справляемся. Хорошо. Чё ты лезешь ко мне? Чё ты ко мне лезешь? На тебе. Все? Съел? Так, а ножик ты оставила там? Ну ты даешь. Господи, господи, давай, давай, помоги, помоги, помоги. Ну, ну. Ой. Спасибо тебе, мой хороший. Ты реально такой добродушный у нас дядечка. Господи, боже мой. Если с тобой что-то случится, я ж не знаю, что сделаю. Да ладно, додумались. И вы давайте внутрь со мной. Алло. Они, конечно же, шума еще больше привлекли. Господи, какие у нас раскаты грома там слышатся на заднем фоне, а? Клементайн, are you okay? Нет. Ого. Охренеть. Это кто такой у нас мощный? Обалдеть, смотрите, сколько они палят. Охренеть. Опа. Здрасте, таинственный незнакомец. И Бонни. Это вы за нами гнали, да? Угу. Так это эти карверы. Ковры, блин. Ой, не похоже немножко. О, боже мой. Да блин, девочка, ну куда ты бежишь? И чё дальше? Блин. Inside. Ну почему? Давайте жить дружно, а? Блин. И что, тебе не жаль вот это? Мы столько еды тебе отдали. Точнее, Уолтер. Так, Клементинка, давай. Опа. Молодец. Прям как таинственный шпион. Господи, боже мой. Look at this place. А ты плохишка, блин. Лучше тебя не брали бы в лагерь. Ой, елки-палки, это
Посмотрите. Наши-то есть еще, да, вот. Но... Тише. Биллу, так... Они там еще не во всей компашкой? Давай, давай туда переберись. Опа, умница. Ой, только не трещи, пожалуйста. Господи. А на второй этаж никто как-то это не забирается, как пофигу, да? Они думают, что это все, что это и есть вся группа. Хм. Так, тихонечко, моя хорошая. Вниз, вниз, вниз. Давай. Опа, опа, опа. Все, компания в сборе. Конечно, очень беременную женщину жаль, что Ребекку. Ну что поделаешь, так, хорошо. Зря вот эта девочка выбежала просто. Зря, зря, зря. Хотя она бы не сумела здесь скрытничать. У нее нет каких-то таких способностей, как у нашей Клементинки. Не надо ничего думать, там никого нет. Не смотри туда, не надо даже проверять. Господи. Боже мой. Ну не делай ничего с ним, да не пей. Дебила. У дочери на глазах. Сара, смотри на меня. It's gonna be okay. Ай! Becca! Our baby deserves to be raised in a place of safety. I know you're out there. Как это его ребенок? And the girl. This is real simple. You want this over quick. You all play nice. And show your faces. Ну не надо, у дочери на глазах. Ты что, дебил? I can't do that. Beck, the baby. You need a doctor. Ух ты, ёлки-палки. Какая, конечно, он не убьет его. Нам нужно его спасать по-любому. Мы не можем, блин, здесь сидеть. Да что ты так за них переживаешь? Ты здесь Белки переживаешь своего ребенка. Да уж. Боже мой. Зачем? Carver knows she's with us. Just stop! Don't hurt my dad! Боже мой, он же просто ему руку переломал. We're going down there. Fuck you! Shoot him! Somebody just shoot him! Clem, go get him. You'll kill him, Beck. Нет, 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 нет. Люк и Кен вообще сейчас нам не важны. Они где-то, где-то рядышком. И все нормально будет. Главное, чтобы все собаки не сожрали. Господи. Нет, нет, только не убивай его. Как ты быстро у нас спустилась, дамочка, с животиком. Господи, посмотрите, как он ее любит. Ух. Ну как любит? Я не знаю, можно ли это назвать любовью. Ну ты засранка. Да вот, ну зачем так с ним? У него, блин, рука болит. Боже мой, какой у него страшный палец, господи. Let's just get our people home, all right? Ну давайте попробуем. Боже мой, это, конечно, стрёмно, но... Блин, заметят, заметят. Господи! Ёлки-палки, я ж это... Я ж на стуле дёрнулась от такого резкого движения. Они заметят, что это не так. Господи, какие они хорошие у меня. Оба. Господи. Нет. Блин. Да ладно. Господи, боже мой. No. За что? О, боже мой. О, господи. Walter. That's for our man. Now I didn't want to do this. But you ain't. Вот дебил ты сраный. So here's what's gonna happen.
Здесь так смерти хватает. And I'm gonna put a bullet in the back of their head. И что это тебе даст? Or you can give up now. Your choice. Кретин ты конченый, а? Смотрите, почти знает, куда, где он находится. You remember George, Alvin? You see, I do. I remember a guy that was your friend named George. I remember when you murdered him in cold blood. Because you didn't like me, you could have lodged a complaint. You could have been civil. Bill, no! What? О, господи! И как мы защитим Элвина? Давайте попробуем защитить. Зачем девочку так? Ты кретин конченый! Ублюдок ты мазохистский. И чё, он его убил? Он его убил? Алло, ребят. Какого хера? Блин, ну мы так самоотверженно пытались спасти его. Where's Luke? Finally cut and run, huh? Why am I not surprised? I warned you. I warned you not to follow him. Look where he's led you. But you're safe now. We're going home. Ты кретин, ты вообще уёбище, понятно, кто ты? Как беременная женщина вообще может пойти с тобой куда-либо? Ты сволочь последняя. All right, round them up. We're heading back to camp. За что? За что? Охренеть можно, посмотрите. Блин, мне так Элвина жаль. И Уолтера. Они такие хорошенькие были. Особенно Уолтер, блин. О, господи, какая же жестокая эта игра. Куда они нас ведут? I don't know if we could have saved Walt, but I know one of us didn't just give up. Yeah, I know. Folks are sore over what happened. But let's remember, these are our brothers and sisters, and they all have a vital role to play in this community. They strayed from the flock, yeah. That don't mean they can't earn their way back into the fold. Он такой грубый, кошмар. Can't find it in our hearts to forgive them, knowing full well those who choose not to accept our love surely wish that they had. Боже мой. A storm is on the way. Обалдеть. Они тоже интриганты, вы знаете, да? Господи, мои выборы. О, боже мой. Я просто в шоке от этой игры, серьезно. О, посмотрите, большинство тоже село с Кенни. И мы тоже. И 74%, включая нас, рассказали Уолтеру правду про Мэтью, потому что, да... Все-таки хорошо, что мы это сделали, и как бы, да, он ушел на тот свет, зная, что, да, что мы вот такие бяки, но мы признались, и это, в принципе, правильно мы поступили. И твою же мать, а что было бы, если мы пошли искать Кенни? Возможно бы тогда папу нашей дочери, хотел сказать, девочки, подруги и бы убили, мне кажется, так и было бы. Хотя в любом случае, куда бы скрылась беременная женщина, она, в принципе, не может бегать и как-то скрытничать, ползать, потому что уже сами видите, на каком она сроке, то есть уже пузико такое нормальненькое. Господи... Ну, эта игра не перестает меня удивлять. Постоянно какие-то новые моменты, сложности, особенно при выборе
То есть, как бы, много чего, что бы хотелось сделать в одно и то самое время, но нет же. Оно нам дает ли только то, или то. Ну, ладно. Надеюсь, вам понравился второй эпизод второго сезона «Ходячих». Спасибо, что были со мной. И до третьего эпизода. Спасибо за ваши лайки, за просмотры и за комментарии. До скорого сезона. С вами была Вида Эпик. Пока-пока.